Сегодня козельчане проверили уровень сахара в крови во Всемирный день борьбы с диабетом. Открытие болезни было удостоено Нобелевской премии и спасло жизни многих больных. Сахарный диабет наравне с раком и атеросклерозом является лидером среди заболеваний, приводящих к инвалидности и смерти. В последние годы распространение заболевания стало настолько масштабным, что принимает характер неинфекционной эпидемии. Отчетливо прослеживается наследственная предрасположенность. Однако реализация этого риска зависит от действия множества факторов, среди которых лидирует ожирение и гиподинамия. Это патология, возникающая в организме в связи с малоподвижным образом жизни. Так, сегодня Центр медпрофилактики провел для горожан День открытых дверей. Каждый желающий смог бесплатно пройти обследование на уровень сахара в крови. Признаки обычно жалуются на сухость во рту и жажда. Вот такими признаками можно пройти, наверное, в поликлиниках медосмотры или там диспансеризация. По возрасту можно по диспансеризации пройти, определить.